Сегодня мы делаем вот такой вот одуванчик для фотозоны. Для этого нам понадобится шар из пенопласта, синтепон, шпажки, гофрированная бумага зеленого цвета и белого цвета. Берем шар, обкручиваем гофрированной бумагой, сначала ее растягиваем, чтобы она была побольше, и помещаем туда наш шар. Прикрепляем гофрированную бумагу с помощью горячего клея. Шар наш мы уже обклеили. Делаем дальше наш одуванчик. Для того, чтобы сделать зонтики для нашей кульбабки, мы берем гофрированную бумагу, растягиваем ее, отрезаем квадратик и нарезаем мелкими-мелкими полосочками для того, чтобы потом обкрутить бамбуковую палочку. Вот такая вот штучка у нас получается. Дальше берем немножко синтепона. И помещаем в центр нашей заготовки. Прикрепляя с помощью горячего клея. Таких штучек мы делаем очень много.
после того, как мы завершили закручивать наши заготовки и уже их приклеили к шпажкам, мы берем синтепон. Берем одну бамбуковую шпажку с нашей заготовкой, помещаем туда горячий клей и приклеиваем синтепон. Так делаем с каждой нашей деталькой. Вот мы уже сделали зонтики для нашего одуванчика. Дальше мы берем шар и трубочку с картона. На края помещаем горячий клей. И прикрепляем к нашему шару. Обворачиваем основу нашу для чашелистика гофрированной бумагой. Дальше мы вырезаем из зеленой гофрированной бумаги наши заготовки для чашелистика. Дальше мы помещаем наши зонтики вовнутрь нашей основы. Для нашего одуванчика мы взяли корягу и обкрутили ее гофрированной бумагой. Дальше мы помещаем эту корягу в нашу полусферу. Вот мы уже собрали нашу фотозону, повесили яйца и бабочки для декора.